Дипуцы совсем замерзли, вообще не нравится. Что-то дипуцы сильно замерзли. Проставки нерезанные. От китайской резины жесткие. И поэтому резина мало проминается и не, сама не чистится. Придется ее сейчас почистить, не знаю, будет ли эффект или нет. Или дипуцы сегодня сольют покатушку. Поехали. А возможно и нет. Возможно, настолько сильный сегодня, настолько сильный снег, что у нас ничего не поедет. Но пробуем. Во, давай, пошел, пошел. Тяжело, да? Чуть-чуть назад капельку. Вот, опять вперед. Не идет, что ли? Пробуй, пробуй. Так, ну вы видите, да? Сдавай назад. Сейчас попробуем второго под испытуемого. Пускай стоит. Очень мягкий снег. Подожди, подожди, стой. Пока роем до земли, и тогда после этого только начинаем немножко двигаться. Так, попробуем другой маршрут. Пока, постой. Постой, постой пока. Попробуем по-жесткому. Машина, кстати, весит 3 килограмма, а он не может даже тронуться. Thank you.
Так, ну что, пробуем. Так как на зеленке еще не подключена вторая скорость, и ходом он не вытягивает. Сейчас попробуем также в натяжечку на бронко, а потом, если что, на второй скорости. За счет порталов и большей базы Траксус едет лучше. Зарылись хорошо, но идет. Ну тут мы поняли, что Траксус получше идет. Поедем, попробуем прям по следам. Сложность такая же. Ошибка водителя. Ну, у Траксуса база больше, вес больше, возможно, это играет решающую роль. Будем настраивать зеленку и пробовать ехать наравне. На подъеме всегда длинная база работает лучше, чем короткая. Ну что, мы приехали туда же.
приехали наверх, оба испытуемых забрались, оба, не сказать, что легко, но все-таки Траксос приехал лучше, легче. Но смотрите, сейчас я... Смотрите на колесную базу. У Бронко 313 база, у Зеленки 290. Влияет ли это? Не влияет. Настройка амортизаторов, они у меня не залитые. Но, как говорится, я должен понимать ситуацию, и для этого мы делаем вот такие испытания. Ну все, теперь по холмам просто покатаемся. Стало немножко понятно то, что пока ходов особых нет, и проставки надо все-таки подрезать. Вот, поедем, просто покатаем.